Всем добрый вечер. Что я ем на ужин сегодня? И время 17:30. У меня стручковая фасоль, тушеная с овощами, в сметане с чесноком. И два бутерброда, один с печенью трески, другой с мягким сыром и авокадо. И на тарелке 400 грамм еды. И у нас здесь есть разные виды жиров, белки, много клетчатки и минимум углеводов. Все, что нам нужно. И будет чай с лимоном. И благодаря таким продуктам мы едим и стройнеем, худеем. Мы не ходим голодные, а раз не голодные, значит не злые. Значит все нормально. Едим вкусно, едим сытно, чтобы худеть или держать вес. Всем мира, добра, любви. Всем пока. Обнимашки.